Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и я нашел очень сногсшибательный теханализ, которым хочу с вами поделиться по биткоину прямо сейчас. Вот он. Шутка, конечно, ребята, это прикольно. Но это прикольные какие-то, тем не менее, художества в крипто-твиттере. Вот, и биткоин, да, биткоин идет себя как динозавр, или как верблюд двугорбый. Помните эту историю с верблюжьим рынком? Двугорбом, и что это верблюд просто наклонился попить водички, и вот сейчас начнется to the moon, когда он поднимет голову. Так это оказался верблюд-динозавр. А если серьезно, ребят, то биткоин падал все эти 15 лет. Падал наверх, посмотрите. Каждый раз после таких коррекций кричали, все, кончено для биткоина. Но он восстанавливался и шел дальше. Ладно, давайте поговорим, что происходит в моменте. Ну, Твиттер, конечно, очень жжет. Крипто-твиттер жжет. Вот, опять же, банки и фондовый рынок сегодня закрыты. Так что биткоин ETF не торгуется. А вот биткоин, ребята, открыт 24/7 всегда. Сеть биткоина, блокчейн биткоина работает так, что его хрен остановить. В общем, да, крипто-твиттер просто жжет, смотрите. Я покупаю просадку. Да, я тоже так торгую иногда, даже на лодке торговал как-то, на катере, стримил. В общем, смотрите, что хочется сказать еще. А вот BlackRock заходит в рынок биткоина. Вот это, кстати, хочется, это важная вещь. Посмотрите, ребята, еще раз на этот мем внимательно. BlackRock реально такой большой игрок, что сразу быстро зайти у них не получится. Как вы понимаете, в спот биткоин, потому что его надо у кого-то покупать, не двигая цену. И вот этот пост говорит нам о том, что BlackRock хочет дешевый биткоин. Не продавайте, не продаем. То есть это очень мудрая мысль в долгую, ребята, что все вот эти киты, институционалы, они хотят на самом деле выкупить у вас за бесценок ваши же монеты, чтобы потом пропампить. Поэтому в долгую не продаем. И если вы не видели, кстати, вчерашний видос, который мы выложили на нашем канале, чем грозит крипторынку одобрение биткоин ETF, то обязательно его посмотрите. Там очень много материала, там свежие слова Гэри Генслера и то, что думает об этом Андреас Антонополос, и вообще много-много всего. Обязательно посмотрите. Вы могли его не видеть, поскольку оно могло затеряться в других видосах, которые мы сейчас загружаем. Теперь для тех, кто заметил, что у нас повторы, говорят, мы смотрели уже эти видосы. Мы сейчас загружаем периодически видосы с нашего второго канала. Те, которые, как мы считаем, не утратили актуальность. У нас есть второй канал еще, на котором мы делали раньше переводы. Вот, но мы сейчас его зачищаем, потому что планируем вести его снова на английском, как изначально он и был. Английский вариант CryptoCommons. А на русский заливаем важные видосы. Поэтому вы будете иногда видеть те видосы, которые были уже 2-3 года назад. Вот, например, обзор кошелька MetaMask. Это же полезный видос, многим нужно как пользоваться, как добавить сети. Или вот такие вечные видосы, как расследование Чико Крипто, что Илон Маск это Сатоши, или Сергей Назаров из Chainlink это Сатоши. В общем, я это сказал, чтобы у вас непоняток не было. И если вы зацениваете такие видосы, то ставьте обязательно лайк и погнали. К цене биткоина. Здесь вырисовывается очень интересная штука, смотрите. По TRDR 4-часовик у нас с вами отсигналил. Вот здесь покупки, обратите на это внимание, это важно сейчас. Потому что продаж, да, мы видели много. И обратите внимание, что еще продажи, они понижаются на самом деле. И таким образом мы образовали вот здесь, таким образом образовали треугольник. То есть у нас есть нисходящее сопротивление в виде вот этих продавцов и восходящая поддержка в виде покупателя. И цена уже вот-вот буквально в ближайшие часы, по идее, должна пробиться из этого треугольника, либо наверх, либо вниз. И здесь вот с одной стороны все выглядит по медвежьи, да, на 4-часовике, потому что много продавца. И что мы можем заметить также, что канал этот получается уже не особо-то валидный, который у нас был, поскольку продавец понижается. Посмотрите, то есть, грубо говоря, теперь имеет место быть какой-то вот такой вот нисходящий канал. Посмотрите, по последним продажам, если даже не вот такой вот, понимаете, о чем я говорю? Это локаль... Да, вот такой вот, скорее, вот канал. Это локальная картина, 4-часовая. Она выглядит больше по медвежьи, да, как что все, сейчас это финальные поддержка для быков. Если мы не удерживаем уровень 42 тысячи, то типа мы летим вниз там куда-то уже ниже 40. Что в принципе абсолютно разумно. Посмотрите на биткоин на дневке. Мы тестируем EMA Ribbon как поддержку. И почему бы нам не уйти под нее ненадолго, как вот это бывало вот здесь, да? Когда мы отклоняемся сильно от средних значений
и потом вернуться обратно. Помните, мы об этом с вами тоже говорили, что отличная, идеальная стратегия – сильный уход от сетки MA Ribbon продавать и покупать, соответственно, сильный уход вниз. То есть сейчас с этой точки зрения вот продали, ждем коррекции, ждем, что мы сходим ниже и здесь откупим. Но не все так просто, господа. У нас все еще зеленый money flow и все, и бычий тренд. Как минимум среднесрочный и локальный тоже. Поэтому смотрите, что происходит. Да, и вроде бы и Candle Wave тоже говорит продавайте. Но смотрите, что происходит. Последняя надежда для быков, ребята, в этот момент. На TRDR, если вы присмотритесь внимательнее, если мы приблизимся на 6-часовик, то тут продавца уже никакого нету, а покупатель сильный есть. 8-часовик, тоже мы приближаемся, то тут покупатель сильный есть, а продавца нету. И смотрите, давайте сейчас уберем этот канал и отдалимся. И получается, что даже на дневке, смотрите, 8-часовик, 12-часовик, дневка. Посмотрите на дневке теперь внимательно, что мы здесь видим. Мы видим то, что тут были абсолютно четкие уровни. Вот был покупатель, вот был покупатель. И сейчас у нас на дневке уже закрепился, ребята, покупатель. Уже закрепился покупатель. О чем мы писали, кстати, у нас в телеграм-канале. Если вы не подписаны на наш телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Ссылка в описании и сейчас у вас на экране. И также вы можете подключить TRDR, кстати, этот сервис. Он показывает реальные данные со стаканов всех бирж. То есть это не просто от балды индикатор. Это конкретно спотовые заявки. И стоит он всего 300 евро в год. Можно оплатить любой криптой. Ссылка есть тоже в описании. Обязательно подключайте TRDR. Так что да, смотрите, что здесь происходит. Здесь глобально появляется поддержка. Ведь посмотрите, у нас на дневке все эти поддержки, весь этот покупатель. Ну вот здесь, да, вот здесь был покупатель, который в моменте цену не удержал. Но глобально, все равно, если мы посмотрим под таким углом, вот эти все три покупки, и эти покупки, и эти уровни, они все отрабатывали. И эти покупки. И вот здесь появился первый серьезный продавец. И мы стояли долго во флэте. Так что смотрите сами. С одной стороны, да, BlackRock выгодно, конечно, обвалить цену ниже, чтобы самим закупиться подешевле. И на 4 часах у нас продажи. И все это похоже на медвежий флаг с выходом вниз на 38 или даже 34. А с другой стороны, ребят, ну я не знаю, большинство, мне кажется, этого ждут сейчас, нет? Вот, мы проводили опрос у себя в телеграм-канале, смотрите, всего 16% думает, что BTC обновит свой хай до халвинга, то есть за 3 месяца до апреля. А ведь биткоину до своего all-time high всего-то 66%, ребята, я вам напоминаю, что он это делает иногда вот за пару недель, такие движения. Так что тут может быть все что угодно. Также, конечно, и 15% не верит вообще в то, что он перепишет all-time high. Поэтому большинство думает, что мы перепишем all-time high после халвинга в 2024 году. В принципе, это, конечно, разумно с точки зрения циклов и плавного усредненного роста. Да, мы где-то там, скорее всего, уже и будем по логарифмической регрессии. Но помните, что если ее перевести в линейную регрессию, то это будет выглядеть вот так. И для всех трейдеров просто я предупреждаю, вы никогда не рассчитаете, у вас всегда будет, вам будет казаться, что вот в моменте вы здесь торгуете, вы видите какие-то уровни, поддержки, сопротивления, но потом это все окажется просто прямой линией, понимаете, и улетит в космос вот так вот наверх, мы это много раз уже видели, поэтому не переторговывайте, друзья, обязательно ходлите крипту, накапливайте просто на холодные кошелечки, у нас реально с вами халвинг через 100 дней примерно, прогнозируется сейчас он на конец апреля. Накапливайте монеты в долгую, еще раз вам говорю, лонг побеждает, и покупки, как вы можете видеть, у нас солидные. Но, кстати, на дневке, вот прямо сейчас, когда я это записываю, появился сигнал продаж. Давайте посмотрим, закрепится ли он с закрытием свечи. Мы об этом обязательно напишем у нас в телеге, добавляйтесь. Вот, на свой страх и риск сейчас шортим, лонгуем. Я в основном лонгую, но у меня 2 хеджевых шорта, я пока прикрыл их, поскольку растем. Но в целом вот Solana и токен, но это все не финансовый совет, дисклеймер. Я в целом накапливаю лонги на инверсных контрактах. Вот на всех наших любимых биржах, ссылки на которые вы найдете в описании, друзья. Ну а у меня на этом все, спасибо, что смотрите. Не продавайте свои биткоины всяким там BlackRock'ам. Всем профитролей, до следующей встречи, пока. Но в целом такой посткриптом, да? В целом, конечно, напрашивается недельная коррекция к
куда-нибудь к сетке EMA Ribbon вот сюда, если так по здравому смыслу, то есть на 36, там даже может 32 тысячи куда-нибудь биткоин может депануть вообще легко. Так что не расслабляемся. Ставим стоп и ставим лайки, тейки. И скоро увидимся.